Я хочу сказать всем родителям на этой земле, Бог не зря вам дал детей. Вы же хотели детей. Библия, Слово Божие, истинно говорит, что дети – это дар Божий. Я просто хочу сказать одно. Бог сотворил нас, Бог дал нам детей, Бог сотворил землю, Бог дал нам все. Начните, наконец-то, жить так, как хочет Бог, а не этот мир. Это очень важный момент, потому что я сам страдал в своей жизни очень сильно. Я умирал конкретно. Я уже реально не знал, что делать. И просто был в тупике конкретно. Пока не кричал к Иисусу Христу Спасителю. Да, в моей жизни до сих пор есть какие-то атаки. Конкретные атаки бывают. Физические и так далее. Но я хочу в этой теме сказать одно всем родителям. Служите Господу нашему Иисусу Христу, читайте Библию, чтобы дети, это наш подарок от Бога, стоит в Библии, дар Божий, да, чтобы они также познали про нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это очень важный момент, и не сдавайтесь, даже если в вашей семье сейчас очень большие проблемы, вы не знаете, куда идти. Иисус Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме так же. Из-за этого все мы делаем ошибки в жизни. Из-за этого Господь так сильно любит нас, что отдал Сына Своего, что пришел в Иисусе Христе, что оправдал нас, чтобы мы жили с Ним, чтобы мы жили во свете с Ним. Начните читать Библию, Новый Завет. Там все стоит, как жить, как служить Богу. Что можно делать, что нельзя делать. Вы просто, когда ее прочитаете, саму Библию, вы поймете, что это истина. Многие моменты в моей жизни, которые были, это реально были моменты, где я думал, правильно или неправильно, или это истина. Я начал читать Библию и реально понял, что да, мне надо было жить так, как хочет Бог. Почему в моей жизни были конкретные проблемы? И ужас, настоящий ужас на земле. Потому что я жил так, как хотело мое тело, как хотел этот мир. И я вроде верил в Бога, но жил все равно не так, как хочет Бог. Из-за этого всем родителям и всем людям, и детям я хочу сказать, единственный путь на небеса – это только через кровь Иисуса Христа. Без Иисуса Христа Спасителя – не будет нам никакого спасения от ада и вечного огня. Даже если мы 100 лет проживем на этой земле, но не дай Бог мы встретим Бога без Бога. Из-за этого, братья и сестры, друг мой, сестра, брат, покайтесь, примите Иисуса Христа как Спасителя, чтобы наши дети знали Господа. Дети должны знать того, кто их сотворил. А кто такие дети? Дети – это ты и я. Это все люди на этой земле, это дети. У нас один Отец стоит в Библии. И один Спаситель также. Аминь. Из-за этого... Вот сейчас мы идем к кресту. Ого, как дерево упало, он дерево рубит. К кресту идем. Еще чуть-чуть осталось. И там я еще прочитаю этот момент. И просто так в духе было сказать всем родителям. Также в Библии стоит: Господь позаботится о детях, да, когда вы отдадите детей Ему. А как отдадите? Когда вы сами покаялись. Господь благословит 1000 родов, стоит в Библии, если вы начнете жить так, как Он хочет. Если вы примете истину, если вы начнете жить в благодати и истине. А благодать и истина – это и есть наш Господь Иисус Христос. Я вам не просто рассказываю там какие-то сказки или еще что-то. Вы сами попробуйте. Библия говорит: вкусите и увидите, как благ Господь. Вы должны просто сами попробовать. Единственное, что нам мешает идти за Богом, это сатана, дьявол. Он не хочет, чтобы вы познали истину. Он не хочет, чтобы наши дети познали Бога. Он не хочет, чтобы вообще весь мир приблизился к Богу. И он делает все для этого. Зависимость, война. И так далее. Просто чтобы люди жили без Спасителя. Потому что он знает, что ему приходит конец. Также приходит конец всем людям, кто отвергает истину. Я говорю, сегодня ты знакомишься с истиной. На канале очень много
очень много вещей, которые говорят про истину, которые говорят про Иисуса Христа Спасителя, потому что Он есть путь и истина и жизнь. И только с Богом ты сможешь познать настоящий путь своей жизни, потому что Он через многих пророков, через многих людей была написана Библия Духом Святым. Это не просто так, за Библию была заплачена очень большая цена. Иисус Христос взял твой грех на себя, чтобы ты не попал в ад, а чтобы ты был с Отцом на небесах. И вот этот крест как раз говорит о том, чтобы все люди поняли, да, что наше спасение зависит только от любви Бога. Этот крест говорит о том, что Иисус Христос умер за тебя, чтобы спасти тебя, и воскрес также. Также и ты можешь получить дар благословения, дар любви Божией. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю за путь и истину и жизнь вечную. Покайтесь, примите Иисуса Христа как Спасителя. Начните читать Библию и жить так, как хочет Бог, а не этот мир. У нас времени очень мало. Некоторые люди думают, нам еще 60 лет жить, 70, 80, 10 лет. Но никакой гарантии нету, что ты завтра еще будешь жить. Сегодня и сейчас у тебя есть возможность прийти к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Благослови тебя Господь и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю.